Ими гордится Самара, их должен знать каждый. Фотографии лучших спортсменов ЦСКА теперь красуются на бортах городского трамвая. С одной стороны, уже прославленные спортсмены, победители Олимпиад и чемпионатов мира. С другой, молодые самарские армейцы, подающие большие надежды. Беря пример вот с этих ребят, с этих людей, я думаю, наши ребятишки, да и просто жители города, начнут просто активно заниматься спортом. Кто-то из них станет олимпийским чемпионом, кто-то чемпионом мира. Поэтому такие акции, если мы будем проводить как можно чаще и как можно больше, я считаю, что жить станет легче. Очень много армейцев, спортсменов Самары, которые прославляют наш город. Но мы еще преследовали цель как военно-патриотическое воспитание. История Самары и история ЦСКА связаны очень давно. Если клуб создан был в 23-м году в Москве, то буквально в 24-м году в Самаре при окружном доме офицеров была создана спортивная секция. Чемпиона по плаванию Александра Кудашева новость о том, что его фотография будет украшать спортивный трамвай, сильно удивила. Но скромничать не захотел. Стать лицом транспортного средства согласился, не раздумывая. Если бы я был обычным человеком и увидел вот на трамвае таких ребят, как мы, во-первых, бы я был горд, то, что в Самарской области есть такие люди, которые чего-то уже достигли в своей жизни. Если бы я даже был человеком молодым, такой лет 30, например, я бы обязательно своего ребенка отдал в спорт. Символично, что трамвай, украшенный фотографиями спортсменов ЦСКА, вышел на маршрут в день основания армейского клуба. Покататься на нем смогут все, кому по пути 18-й маршрут. Юлия Север, Станислав Левин. События.